Слава Иисусу! Аллилуйя! Я так благодарен Богу, что есть на земле церковь. Еще пока есть. Вот не знаем, что уже скоро произойдет. Тут какие-то выборы произошли, знаете, такие серьезные. Что там будет, да как будет. В общем, мы знаем одно, что церковь на земле не будет вечна. Она будет забрана. Поэтому приготовься, пристегни ремни, будь с Иисусом. Это так важно, чтобы быть тебе с Иисусом. Потому что ты можешь говорить, я верю в Иисуса. Я знаю Бога, знает ли Он тебя. Вот что важно. Ты должен в духе своем услышать. И я однажды задал такой вопрос. Я задал Богу конкретный вопрос. Я говорил, Господь, ты знаешь этого великого служителя. Ты знаешь этого. А ты меня знаешь вообще? И вы знаете, Бог стал говорить через свое слово так, что просто глаза стали выдавать просто по полной программе. И это было очень удивительно. И у Господа есть пути и способы, как разговаривать со своими детьми. Мы все, дети Божьи, можем слышать Бога. И в принципе, мы не то что можем, мы должны слышать Бога. И вот от этого приходит радость. Представляете, тьма услышала, да будет свет. И стал свет, все преобразилось. Если в вашей жизни тьма, вам нужно услышать Слово Божье, произойдет свет. А это абсолютная разница. На 100% изменится ваша жизнь. Вот прежде чем я буду говорить слово, пророческое слово для каждого, кто верит в Бога, или кто приближается, кто хочет сделать решение, но еще раз думывает, я вам говорю, то, что я от Господа получил, я верю, что это от Бога, слово пророческое для вас, радуйтесь, очень много печальных новостей в этом мире сегодня, если вы откроете новости, знаете, печальные новости тоже засасывают, они тоже очень заинтересовывают, и человек, заходя туда, он не может остановиться, потому что еще новости, еще, а что же потом, а что же дальше, знаете, это все не наша пища, это мусор, не надо питаться мусором, кушайте правильно, кушайте Божье Слово и радуйтесь, атака дьявола, атака ада на вашу жизнь происходит, вы даже не знаете, то, что вам чтобы вам стало скучно с Богом. И если вам стало скучно с Богом, все это я уже слышал, то дьявол достиг своей цели. На 50% он уже достиг. Поэтому радуйтесь, смейтесь, радуйтесь, уходите от негатива. Все равно рано или поздно мы какие-то новости где-то услышим, нам скажут, нам в уши скажут. Но не ищите плохого, ищите позитива. Я увидел, как негатив разрушает человека. Ты будешь знать всю правду, и тебе станет от этого настолько ужасно. Потому что ты не Бог, ты не можешь вынести всей правды. Только Господь может это перенести. Поэтому тебе не надо знать все. Все тайные замыслы и все плохое и так далее и тому подобное. Ты знай то, что тебя питает, то, что тебя радует. Вот это приносит здравие всему твоему телу. Многие люди больны, потому что неправильно питаются духовно, кушают негатив. Смейтесь, общайтесь, встречайтесь, радуйтесь. Вот я, знаете, приведу пример. У меня племянник Самуил Каданик, служитель Божий. И вот он всегда смеется. Я просто удивляюсь. И все смотрят, что просто он так смеется. А он говорит, меня такая радость наполняет, и смеется, и хохочет. Сэма, привет тебе, если ты смотришь. И знаете, уже там могут и родители тоже сказать, да хватит тебе смеяться. Знаете, в подростковом возрасте мы больше смеялись. Мы ржали, мы хохотали. Особенно, если нам говорили, это нельзя делать. Особенно на каких-нибудь уроках серьезных или где-то на каких-то семинарах. Я помню, мы так смеялись, потому что мозг уже не мог обрабатывать всей серьезной социальной информации. Поехали однажды на курсы. И нас просто перекрыло. И все. И полились реки радости. Мы просто хохотали и ухахатывались. И знаете, на самом деле радость-то и мы ищем. Именно радость. Поэтому смейтесь. И говорите, Господь, наполни меня своей радостью, наполни. Мы хотим знать причину радости.
Нету причины радости. Радость – то, что есть жизнь вечная. Знаете, вот это не всегда правильная поговорка, признак, этот, знаете, смех без причины. Знаете, когда Дух Святой наполняет, есть причина. Он тебя исцеляет, Он тебя благословляет. Знаете что? Я вижу очень большой недостаток в этой области, в области радости. Не просто, чтобы ты ходил и, знаешь, так улыбался всем, потому что можешь же это делать искусственно. У тебя душа-то не улыбается, и сердце тоже. И я, конечно, все равно удивляюсь таким людям, которые улыбаются, приветливые. И даже иногда как-то думаешь, ну как они так умудряются даже простым людям улыбаться? Ты просто простой человек, и тебе улыбаются. Знаете, есть очень много причин, чтобы радоваться в Господе. Дух Святой наполняет, и тебя радость. Вот представьте, к тебе кто-нибудь подойдет и будет щекотать тебя. Причины же нету. Ну, она возбуждается, чтобы ты посмеялся немножко. И тебе надо посмеяться. И вы знаете, притча о блудном сыне заканчивается именно так. Ха-ха-тушки. Вы скажете, там серьезные они мегапроекты решали. Отец конкретно уже думал, кому же фирму передать. И уже старшему думал, а тут пришел младший. И вот, наверное, они ели стейки и решали, как будет дальше развиваться их корпорация. Нет. Нет. Они просто ха-ха-тали. Ха-ха. Хохотушки. И вы думаете, ой, ну это с Богом, это же с Богом-то надо быть так серьезно. Вот именно вот эту картину и нарисовал художник великий. Пикассо отдыхает. Дьявол. Если вам нарисована картина, что с Богом надо... Послушайте, мы не понебратствуем с Богом. Мы не понебратствуем, мы знаем, что Он великий Бог всемогущий, что Он страшен в своей силе, что горы тают, горы, камни тают, в пар превращаются от Его присутствия. Но Он наш Отец, и мы с Ним радуемся, вот как блудные дети бывшие, да? Мы рожденные от Него. Мы радуемся, мы веселимся, мы кушаем с Ним, проводим время, и нас наполняет радость. И когда вы придете на небо, дай Бог, вы увидите, что небо, там главная цель небес, это не то, чтобы вы были заняты или теперь отдыхали. На земле вы так много трудились, теперь отдыхайте. Вы там будете радоваться, вы там будете смеяться. Аллилуйя! Тема проповеди будет называться «Лоза и ветви». Иисус в Иоанна 15 главе, 1 стихе, говорит конкретно: «Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец мой – виноградарь». Иисус здесь говорит: «Я – тот ствол, на котором все веточки держатся». И дальше. «Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода». О каком плоде идет речь? Плоды Духа нам известны. Любовь, радость, мир, долготерпение, вера, кротость, воздержание. Понимаете? Вот о каких плодах идет речь. Откуда все это берет свое начало? Именно от ствола. В Боге все это и существует. И мы, находясь на стволе, вы поймите, что самое главное в жизни христианина, самое главное в жизни христианина – это быть вместе с Иисусом и не отдыхать от Него. Как многие думают, я уже так устал вообще. Я просто хочу отдохнуть, просто побыть в небытие в каком-то. Я устал от церкви. Не, я понимаю, если ты служитель полного времени, у тебя постоянно люди, ты постоянно решаешь проблемы, и ты устал от служения, это понятно. И тебе нужен отдых. И Иисус конкретно своим ученикам говорил: идите отдохните. Но если ты с Иисусом и хочешь отдохнуть от Него, то это как-то странно. Это все равно, что отдохнуть от кислорода. Ты вдыхаешь, выдыхаешь. Ну, отдохни от этого. Ты же устал, наверное, всю жизнь делаешь так. И тебе так трудно, наверное, это. Ты же без передышки дышишь. Отдохни, попробуй. Иисус здесь говорит о нас. Он не говорит только о нас лично, и Он не говорит только о себе, Он говорит о нас,
о церкви, что церковь должна быть на лозе. И когда ветки находятся на стволе, то они питаются тем соком, который находится в дереве. Они не питаются извне, дождем, воздухом, хотя это все надо, атмосфера. Идет внутреннее питание, внутреннее. Вот знаете, что происходит? Вот мы сейчас веточки все сидим тут в зале, там где-то вы сидите. Мы все веточки, да? Сейчас собрание закончится. Мы сейчас перекусим, там кофе попьем, пообщаемся. Мы все разойдемся. И вот тогда у нас начнется вот эта вот проверка, насколько у нас есть личное пребывание в Боге. Личное. Наступит вечер воскресенья, начнется понедельник утро, у тебя начнутся вся суета. Часто бывает так, что суета, которая не приносит никакой пользы, выхлопа. И вот за всем этим нам нужно внимательно смотреть за своим состоянием духовным. Очень важно. Иисус в 4 стихе говорит: «Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне». Любовь, радость, мир, долготерпение. Знаете, как часто не хватает. Иногда мы думаем, вера – это самое главное. Да, вера – это основание. Вера – это основание на Слове Божьем. Это то, с чего все начинается. Но у христианина потом появляются и другие необходимые плоды. Вы знаете что? Не хватает только веры. Не хватает. Важно еще долготерпение. Написано про Авраама, что Авраам верил. И верою, и долготерпением он наследовал обетование. Знаете, что такое долготерпение? Это когда тебе пообещали, и это не происходит. Что делает в это время враг? Он говорит: и ты поверил? И ты, взрослый человек, такому поверил? Ну задумайся! Но как может старичок родить сына, если все, уже полный конец, омертвение? Написано так про Авраама. Тело его было в омертвении и утроба Сарина. И ты поверил? Это был голос? Слушай, может, ты перегрелся на солнце? Может быть, ты от того, что так сильно хочешь ребенка, может быть, ты услышал? Но это, может быть, просто было желаемое, ты выдаешь это за действительное? Послушайте, Авраам точно знал, что это Бог ему сказал. И поэтому он ждал на основании сказанного слова. Ты не можешь верить в Бога, если тебе Бог не сказал. Это пытаются сделать многие люди, искусственно создать свою веру. А я верю, что у меня будет, а я верю. Тебе должен был перед этим сказать Бог. Петру он сказал: иди, и Петр, выйдя из лодки, пошел по воде. Но ему сказано было слово, сверхъестественно был запущен механизм. И знаете, можно теперь только гадать, Петр шел по воде, или Петр шел по воздуху, или Петр шел по Слову Божьему. На что наступали ноги Петра? Если бы на воду, они были бы мокрые. Вот и думаем, гадаем, знаете, потому что мы-то не были в той ситуации, в той буре, кстати. Если не было бы долготерпения, представьте, это один из плодов Святого Духа. Представьте, твоя вера, вот ты поверил, ты зажегся, ты точно уверен, о, ес, да, Господь, все, навсегда с тобой, все, и все. И это не происходит моментально, как ты хотел, по щучьему велению, так, с щелчка, хоп, и нету. А это плод, это то, что созревает долготерпение. И вы представьте, если бы церковь первая, да, вот ученики Иисуса, они собирались, и что они делали после воскресения Иисуса? Они собирались и молились. Их цель была собраться вместе, не поодиночке. Сатанисты приходят в церкви. Вы думаете, только христиане приходят в церкви? Высшего ранга сатанисты все посещают церкви. Вы и так не думаете, что только верующие посещают. Потому что их задача, их воспитывает дьявол для того, чтобы разрушать церкви, живые церкви. Его не интересуют религиозные церкви,
религиозные общины, где нет славы Божьей и где просто традиции, ритуалы. Его интересует там, где есть Слово Божие, там, где меняются жизни. И все, это исповедь бывшего сатаниста, колдуна, он говорил об этом, что все высшего уровня сатанисты, которые на службе у дьявола, они все посещают христианские церкви. О, не-не-не-не-не, только не нашу. А, здрасте. Значит, вы у него в кармане, раз вы так думаете. Если дьявол приступал к Иисусу, мог брать его, представьте, написано, дьявол, взяв Иисуса и поставив на высокой горе, или там поставив на крыле храма, просто представьте, что дьявол взял его и поставил на крыле храма, это храм был высокий, и говорит, брось, еще и разговаривает, и советует ему, и тебе нужно понять, что это дьявол, что он тебе желает зла, и отвергнуть его, не просто сказать, пошел вон отсюда, косматый, рогатый, а сказать ему Словом Божьим, поднять авторитет Слова Божьего. Только так ты сможешь победить дьявола. Если ты просто говоришь дьяволу, дьявол, ты меня достал уже, иди отсюда. Это не сработает. Он скажет, давай. Еще плохих словечек мне скажи в адрес мой. Ему ты от этого, что? Вот. Ты должен ему Словом Божьим отразить и сказать ему, как написано. Вот почему нам надо знать Слово Божье. Итак, если бы не было долго терпения, а его не было бы только в том случае, если бы они не пребывали на лозе, все эти веточки, которые собрались в день Пятидесятницы, ведь 10 дней они собирались, и они ожидали терпения. Знаете, когда человек терпеливый, когда он не спешит, то Бог это очень уважает. Очень. И именно с такими людьми, долготерпеливый, лучше храброго, притча говорится. И вот тогда, когда они ожидали, долго ждали, представляете, ответ на молитву не приходил в течение 9 дней, и на 10-й день излияние было Святого Духа. И когда ты понимаешь, что вот ты находишься среди излияния Святого Духа, ты понимаешь, что твоя жизнь больше не останется никогда прежней, что Дух Святой будет двигаться, ты понимаешь, что это окупилось сполна. Твое долготерпение окупилось. То есть ты понимаешь, как хорошо, что я терпел. Вы поймите, что невозможно терпеть, особенно когда сегодня, понимаете, тебе предлагают там, ну, хочешь иметь, бери сразу в кредит. А раньше люди не было кредитов, люди копили, у них была цель приобрести что-то. А сейчас... все делаю для того, чтобы у тебя не было долготерпения. Бери. Потом отдашь. И ты выплачиваешь, и уже что-то новое вышло, а это уже то, что ты уже взял, это уже устарело, а ты платишь еще 3 года или 5 лет. И вот тогда начинаются проблемы. Поэтому Иисус сказал, «Прибудьте во мне, и я в вас». Иисус ученикам, когда Он уходил на небеса, возносился, Он сказал, не отлучайтесь из Иерусалима, но будьте вместе, ждите обещанного от Отца, о чем я говорил вам от самого начала. И что значит пребывать в Иисусе? Прибудьте во мне. Пребывайте в том слове, которое Он вам сказал. Пребывайте в нем, не оставляйте его. Написано и так, Авраам, долго терпев, получил обещанное. Он пребывал в слове, которое ему сказал Бог. Вы думаете, Бог ему час с ним говорил, 2 часа? Просто он сказал, Авраам, у тебя будет сын. И больше не называйся Авраам, ты будешь Авраам. Может быть, там не было, знаете, целого дня, который он провел с Богом. Может, это были фразы, но вот этой фразы ему было достаточно на всю жизнь, чтобы ждать обещанное. Мы так часто спешим, мы так часто думаем, о, наш поезд почти уже ушел, о, время уходит. Да и пусть уходит, мы же ближе к Богу. Но подумайте сами, ну что плохого нас ждет? Время уходит, да и слава Богу, мы приближаемся к нашей поездке. Чего плохого? Не, странно, как-то ты думаешь. Как-то странно. Я, если думаю, вот время,
знаете, уходит, я старею, там уже что-то свистит, скрипит. И как-то не то, а что, а пенсия там, а то, а страхи разные. Я не знаю, Господь, моя пенсия. Какая пенсия? О чем вы? Все будет замечательно, поверьте. Когда Господь с вами общается, и на пенсии вы будете радоваться и служить Богу. Ну что вы переживаете? Что вас Бог бросит? Вот всю жизнь до пенсии не бросал, а во время пенсии, вот когда надо выходить, взял, бросил. И что, мне теперь жить на маленькую пенсию? Вот не думайте так. Если вы верите в Бога, то Он вам открывает совершенно другие горизонты. С Ним хорошо, а без Него, даже если у тебя пенсия будет большая, как у, я не знаю, у премьер-министра или у депутата, да не надо мне, там мне лучше с Богом быть. Давайте мы прочитаем, откроем Библии. У кого нет Библии, сядьте с верующими. Иоанна, 15 глава, 6 стих. Это очень серьезный стих. Это очень серьезный стих. Это очень серьезное послание. Иоанна, 15, 6. «Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет, а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают». Мы говорим, Бог любит всех. Бог любит всех, у человека есть свободная воля, у человека есть своя занятость. Послушайте внимательно. Послушайте внимательно то, что Иисус говорит. Что Иисус говорит? «Я никогда не соглашусь быть номером два в твоей жизни». Это то, что тебе говорит Господь. Сейчас прямо, онлайн. Я знаю, что это Бог говорит. Господь тебе говорит, я никогда не буду номером два в твоей жизни. И если у тебя есть что-то важнее меня, пусть так будет, это твой выбор. И если Господь приходит, Он приходит не просто отремонтировать нашу старую жизнь, не просто помочь нам в наших невзгодах. Он приходит полностью переродить нас и освободить нас из плена греховного, из Египта, для себя. Бог ничего не делает просто так для тебя. Все, что Он делает для тебя, Он делает для себя. И ты создан и живешь. И Он желает, чтобы это было для Него. Для Него. Поэтому, когда спросили у Иисуса, самое-самое-самое-самое-самое-пресамое, наиважная заповедь какая? Вот всю капусту разобрали до центра, все листочки. Господь, что же самое-самое ты считаешь главное? И Господь говорит, любовь. Возлюби Бога всем сердцем, всем умом, и всей крепостью своей, и ближнего как своего, как самого себя. Представляете, возлюби Бога на 100%. Тело 100%, души 100%, духа. Вы представляете, вот на какую любовь претендует Бог. Не на номер два. Если ты думаешь, а вот пусть так будет, в моей жизни Бог как бы по вызову. А я сейчас позвоню, мне же говорили, в проповедях. Звони Богу, когда тебе надо. Ну, телефон верующие же все знают Бога. Иеремия 33:3. Воззови ко мне, я отвечу тебе. Покажу тебе великое недоступное, чего ты не знаешь. В английском Библии прямо, знаете, как написано? Call upon to me. Call. Мы все говорим, да? Понимаем, что call, позвони. Уже тогда, американцы уже тогда звонили. Мы взывали, знаете, с места, они звонили. Чтобы раскрывать Бога, тебе нужно будет от чего-то отказаться, чему-то сказать «подожди» или «уйди из моей жизни», чему-то лишнему. И сказать «я сейчас занят очень серьезным моментом». Каким? Что ты делаешь? Я раскрываю Бога. Чем больше я Его раскрываю, тем больше я понимаю, насколько я счастлив, насколько мне радостно и хорошо, тем больше я Его хочу. Чем меньше мы его познаем, мы его меньше и хотим.
И дьявол тебе еще посылает такую скуку. Ой, как скучно! Ой, как скучно! И ты сразу-сразу заменяешь его. Что-то ищешь, где-то включаешь какое-то что-то другое. Поэтому не позволяйте. Разверните тот подарок. Раскройте Иисуса Христа. Многие терлись об Иисуса и не знали, что Бог воплоти среди них. Петр терся об Иисуса, трогал, ел с ним, смеялся с ним. Доброе утро говорил, добрый вечер говорил. В глаза смотрел ему. Но когда Иисус сотворил чудо, и они поймали столько рыбы, что не могли вытащить ее на берег, позвали друзей, и обе лодки начинали тонуть. Я ни в одном фильме такого не видел, чтобы обе лодки начинали тонуть. Знаете, что Петр? Он в этот момент, для него Иисус открылся по-другому. Он сказал: «Выйди от меня, Господь, ибо я человек нечистый». Божество Иисуса просияло. Он увидел необычное. Он увидел то, что не видел раньше. Задумайся, тебе еще предстоит открыть Иисуса и увидеть то, чего ты раньше не видел. Услышать то, чего ты раньше не слышал. Ты думаешь, ты все проповеди переслушал, ты всю Библию перечитал и ты все знаешь? И не знаешь даже 0,1%. А я и меньше, больше даже не знаю. Или меньше даже знаю. Раскрывай Иисуса. Раскрывай. Пребывай. Он лоза, ты ветвь. Он не против, чтобы ты был в нем. Чтобы ты питался от него все. Мудрость, помазание, жизнь. Ветка питается, ветка плодоносит. Все это от Иисуса, от того сока, который поступает в тебе. Не дай перекрыть каналы. Не дай дьяволу увлечь тебя. Потому что ты будешь потом печальный очень. Ты будешь этой сухой веткой. Ее сожгут. Вот что ты будешь. Ты будешь чувствовать огонь. Ты будешь чувствовать боль. Никакой радости не принесет этот огонь, когда ты сухая ветка, горишь в огне. Выбирай сценарий жизни. Либо ты находишься в радости с Иисусом, но тебе нужно будет пребывать в нем. Это дисциплина. Либо ты шалтай-болтай, ходишь, как это самое, делаю, что хочу. Могу быть с Иисусом, могу не быть с Иисусом. Могу копать, а что еще можешь? Не копать. То тогда придет, ты сам выбрал этот сценарий жизни. Поэтому и будешь этим сценарием, ну, жить с этим сценарием, с этим образом жизни. Пусть Господь нас всех благословит. Давайте сейчас будем молиться.